Удачно прошел праздник двора. В течение этого года там комплексно облагораживали придомовые территории. Итоги работы на днях там подвела заместитель министра ЖКХ региона Наталья Чукавина. Подробности у наших коллег. Новые игровые площадки, обновление проездов между многоквартирными жилыми домами, установка урн, лавочек и освещение на домах. Все это сделали в удачном в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Инициатором данной программы была партия «Единая Россия». Естественно, эту инициативу подхватили, утвердили этот законопроект. И вот сейчас, в этом году, в 2017-м, идет пилотный проект по всей Российской Федерации. Горожане впервые узнали об этой программе в марте 2017-го. Жители некоторых домов провели собрание, на котором решили благоустроить дворовую территорию при поддержке муниципальных властей. Идею поддержали больше половины жильцов. Свои пожелания они направляли в оргкомитет партии «Единая Россия», депутатам городского совета и представителям администрации города. Везде все хорошо. Молодцы ваши предприятия, ваше население, которое восприняло эту программу, поверило в реализацию эту программу. И вот, как и Евдокия Егоровна, приняли инициативу, поверили и реализовали. Мы только помогли, чуть-чуть. Реализация данного приоритетного проекта «Городская среда» в городе Удачном тоже нашла свое отражение. И люди захотели, запланировали, пришли, обратились. Мы, соответственно, отозвались общими усилиями. И сегодня этот двор у нас, он действительно лучший. И лучше именно по тому, как относятся жители к своему дому, к своему двору. Чиновники подчеркивают, сделать все это было бы невозможно без участия самих жителей. Сажала ромашки, деревья. Город красивеет наш. Очень даже красиво становится, чисто. Дети помогали тоже. Благоустраивали город комплексно. Где-то обустраивали дворы, где-то ремонтировали дома. Поэтому в итоге удалось получить целостный результат выполнения этой программы. Сейчас идет общественное обсуждение этой программы уже на 2018-2022 годы. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».